За последние 10 месяцев на дорогах Смоленской области осложнилась ситуация с детским травматизмом. В результате дорожно-транспортных происшествий в регионе пострадало 98 детей. Трое погибли. Чтобы сократить печальную статистику, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия. Совместно с педагогами и воспитанниками Дома детского творчества они в очередной раз напомнили водителям о правилах перевозки детей в автомобилях. Дети выходили, объясняли водителям, что надо пристегивать детей, что надо соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим, и чтобы они не забывали, что есть такие маленькие участники дорожного движения, как они. Участие юных десногорцев в рейде дало им возможность почувствовать себя настоящими инспекторами. Да, ребятам очень понравилось участвовать в акции, и раздавая памятки водителям, они желали им счастливого пути. Каждый водитель должен понимать, что несет ответственность за жизнь и здоровье маленького пассажира. Водители, будьте осторожны за рулем! Марина Якубишина, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.